от советского... 97-й год. Вот такой раритет нашел. Он же деревья инжира вырос. Инжир. Скоро поспеет. Квест «Кто нас встретит?». Еще, кстати, вот здесь вот такие водопроводы. Мясокомбинат, конечно, очень большой. А, это у нас лампа. Здесь пахнет кровью. Недавно кто-то делал ремонт. В печальном состоянии. Пробуем подняться. Тут еще второй этаж видим. Да, не пробирается. Гарматуриной, вот таким пенопластом. Есть было. Не очень много ежевики, разгрузки. Да, змеи. Сейчас конечно, что там на втором третьем? Все-таки мы нашли лестницу. В общем, в следующей серии на проходной. Когда-то здесь кипела жизнь Советского Союза. Мы идем снимать вторую серию. В общем, попытка номер два. Ты даже фантом, просто не горь. Тут все идет так, как надо. Кто не верил в чудо, точно не верил и гадом. Вы не пали меня, я тебе не ландом. Ты в карманах правды не спасу, ты даже фантом. Мы идем туда. Посмотрим, что здесь осталось от Советского Союза. Речка здесь протекает. Остатки мощи Советского Союза. Страшно, да? Что здесь страшного? Кто-то припас дрова. Это у кого-то сарай? Чей-то сарай? Авиационное агентство «Аурокс», 97-й год. 1997 год. Вот такой раритет нашли. Счеты советские. Телефон. Лестницу спилили. Да, здесь, видимо, была лестница на второй этаж. Туда теперь не пробраться. Ну, это, видимо, какое-то административное помещение. Кабинеты, душевые, туалет. Он же деревья инжира выросли.
Инжир, скоро поспеет. Цветущий гранат. Ну что, Таня, страшно? Очень. Прям как в игре. Квест «Кто нас встретит на мясокомбинате?». Еще, кстати, вот здесь вот такие водопроводы. Территория мясокомбината, конечно, очень большая. Ну что, пройдемте вовнутрь. Ну, здесь какое-то оборудование стояло. Еще мало, очень много. Щитовая какая-то. Может быть. А, это у нас лампа. Почему не такого советского образца? Очень много трансформаторных штучек. Это, скорее всего, подстанция была. Пожалуйста, стекла целые почти. Здесь, видимо, стоял дизель-генератор. Фундамент. Сколько тут кабелей? Да. Здесь пахнет кровью. О, это помещение. Вполне еще недавно, видимо, функционировало. Диванчик стоит. В общем, пахнет краской. Видимо, недавно кто-то делал ремонт в этой зоне. Вот что-то тут было. Что-то тут было, функционировало. Может. Ну, все, конечно, в таком печальном состоянии. Сейчас еще зайдем, посмотрим сам, видимо, цех. Большое такое здание. Не обязательно. Ну, здесь такой печальный вид.
Сейчас попробуем подняться. Тут еще второй этаж, видимо. Таня пробирается. Не. Здание было очень хорошим. Здесь двойные стены. Интересно, вот стена отделочная и еще слой гудрона. И вот вторая стенка была типа заарматуренная вот таким пенопластом. То есть вполне теплое было помещение. Такие целые блоки. Это, видимо, был сам цех. Ну еще здесь вот территория. Вон административное здание. Как здесь подняться на второй этаж, непонятно. Вот есть лестница, конечно, наружу. Но она довольно-таки опасная. Так, и вот здесь у нас какие-то помещения. Может быть, здесь лестница. А, здесь был лифт. Здесь был лифт на второй этаж. В общем, это шахта лифта. Вот подушка. Ну, значит, должна быть и лестница. Мы продукцию сюда доставляли. Это вот вторая шахта лифта. Серьезно, да? Ну. А, ну здесь просто помещение. В общем, ребят, непонятно, как на второй этаж подняться. В общем, ребят, к сожалению, остатки кафеля. К сожалению, на второй этаж подняться нет возможности. Посмотреть, что там. Хотя, очень интересно, может быть, в другой серии нам удастся это сделать. Да, и, кстати, в Армении очень много ежевики. Прямо это. Там жди. Она как сорняк просто здесь растет. Так, а здесь вот она, лестница. Тут даже три этажа. Второй и третий. Ну, может быть, в следующей серии у нас получится забраться. А вот здесь, да, вот они, лифты, разгрузки, видимо, готовой продукции. Сюда подъезжали машины. То есть достаточно большой был мясокомбинат. Ну что, идем на проходную? Может, да, Таня, можно взять палку. Ваши впечатления? Страшные, ужасные. Я была в мясном отделе. Да, змеи. Сейчас сезон змей. И нужно вот так стучать по земле. И змеи слышат звон, ну, звук по земле, как дрожь. И они сами боятся людей, тем самым они тоже отползают. Чтобы нам не наступить на змею, нужно с палочкой ходить. И вот тут много ежевики, это как колючая проволока. Вот она. Вот она. Она часто цепляет за ноги вот так и рвет мне уже пару штанов. Но она везде, в общем, везде. Это колючее ограждение. Живая изгородь. Да.
Ну все, ребят. В принципе, сейчас снимем еще проходную. До новых встреч. Сегодня у нас был такой квест. Интересно, конечно, что там на втором-третьем этаже. Ребят, все-таки мы нашли лестницу. Да. Но она, к сожалению, вот в таком состоянии находится. И здесь, судя по лестнице, 7 этажей. Таких не это, не сильно выше. Вот, ее, наверное, специально разрушили, чтобы здесь... Не лагерь. В общем, в следующей серии в любом случае я попробую забраться это через шахту. Посмотрим. Ребят, ну вот мы находимся на проходной в Капанский мясокомбинат. Вот такой турникет был. Что-то написано на армянском. Даже еще сохранили шторки и да. Календарь. Календарь сейчас посмотрим. Что... А, кстати, вот дежурная охрана. Журналы валяются. Когда-то здесь кипела жизнь. Печальная, конечно, картина. Мощь Советского Союза канула в лето. Кстати, ворота работают. Капанский мясокомбинат. Ну что, друзья, мы идем снимать вторую серию. Хотим забраться наверх. Взяли необходимое нам оборудование. Все, вперед. На улице начался, кстати, сильный дождь, молния. Гром, что усложняет нам задачу. Ребят, в общем, попытка номер два не удалась. Придется нам приехать третий раз. Фонарик светит очень плохо, и после дождя совсем там темно. Ничего не видно. То есть до этажа я долез. Осталось только в дверь там запрыгнуть. Но так как там очень темно, и фонарик не светит как нужно. Поэтому мы решили приостановить. Помогла моя альпинистская чуть-чуть подготовка. Ну, в общем, вот так вот. Так что ждем третью попытку.